Шеф-повар Максим Григорьев. Творожно-овсяная запеканка. Сегодня хочу предложить вам приготовить диетическую творожную запеканку с овсяными хлопьями. Запеканка получается очень вкусной и нежной благодаря тому, что мы вводим в ее состав натертое яблоко. Яблоко лучше выбрать кисло-сладкое, среднего размера. По желанию вы можете дополнительно ввести в состав такой запеканки сухофрукты, получится тоже интересно. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Овсяные хлопья 6 столовых ложек. Сахар 4 столовые ложки. Творог 200 грамм. Яблоко 1 штука. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Для работы нам понадобится творог, сахар, овсяные хлопья быстрого приготовления, яйца, яблоко. Шаг 2. В чаше кухонного комбайна, насадка металлический нож. Поместить 200 грамм творога, сахар, 4 столовые ложки, 2 яйца. Шаг 3. Измельчить до образования однородной массы. Шаг 4. Вынуть ножи, а в чашу добавить овсяные хлопья, 6 столовых ложек, и перемешать. Если у вас хлопья не быстрого приготовления, как у меня, а обычные, то дайте массе настояться 15 минут, чтобы хлопья разбухли. Шаг 5. Добавить очищенное и натертое на крупной терке яблоко, 2 штуки. Перемешать. Шаг 6. Форму выложить кулинарной бумагой. Заполнить форму творожно-овсяной смесью. Шаг 7. Готовить в предварительно разогретой до 180 из духовки приблизительно 30 минут. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.